А скорость света — это самая большая достижимая в нашей Вселенной скорость. Ничто не может двигаться быстрее. Или может? В таком мелком масштабе Вселенная — очень странное место. Частица, в принципе, может преодолеть барьер и мгновенно оказаться по другую его сторону. Эффект, называемый квантовым туннелированием. Ученым удалось пропустить микроволны через барьер толщиной в 12 сантиметров со скоростью больше, чем скорость света. Причем в этом сигнале была закодирована часть всеми любимой 40-й симфонии Моцарта.